Итак, Томб Райдер только что расчистил гробницу. Да, полностью доволен покупкой. Ой-ой. Надо прижать. Где-то там нас ждет, так, не там, там нас ждет чувак. Сюжет. На чем я остановился-то? Очень рад покупке нового ноутбука. Теперь есть возможность не только играть. Такие тяжелые игры, как это, но еще и записывать, да и еще и хуй дюкать. Древние, но эти механизмы их соорудили недавно. Это великолепно. Ну не знаю. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Надо подтормаживать немножко. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт. Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Посмотрим, что тут можно сделать. Изображение солнца. Что же это может быть? Солнцепоклонники? Подумай, хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем, и знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. Но скоро все изменится. Помнишь Лару, моя юная протеже? За ее научными теориями реальные данные. Но у нее нет моего опыта. Под этим открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. Если все получится, меня ждет грандиозный успех. Если же ты все-таки захочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Ну, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу, пожалуйста. Какое? Подхалим. Не бросай меня. Аматерасу? Возможно, возможно. Аматерасу. Дьявольский огонь. Но
почему выжившие стали поклоняться древней японской богине солнца? Нужно найти что-то покрепче. Занятно. Нужно найти что-то покрепче. Занятно. Занятно. Ах да, я тут посредине леса столько ящиков не собирал. Одни ящики в лесу, кто их интересно оставлял? О! Еще один сундук. Давай! Ну! Такая. Так, хорошо, как мне модифицировать? А, нужно в лагерь. Где же лагерь? А, прямо здесь. Давай отдохнем. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна «Эндьюранс», разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона, к востоку от Японии. Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверена, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть... Кто-нибудь найдет это. Вот и предыстория всего того, что я прошел до этого момента. Так, это наша кирка. Давай. Ну давай. Ну хорошо, думаю, вот это будет лучше всего. Давайте, доктор. Ты готова? Нет, еще. Готова. Давай. А, я-то думал, тут золото, а тут шестеренки всякие. Ладно. Давай, помогай, мужик. Она крутится-то. Ах,
Женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Вперед, Лара! Раз, два, смелее! Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Чем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Ну, мы идем дальше. Оптимизма у него прибавилось, смотрим. Вещатель. Вероятно, это Пимико! Смотрите, Бинго. Котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила! Эй, идем, там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Нельзя верить! У вас же оружие! Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвести нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь, не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам Тихо! Нужно? Тихо! Лара! Начнут возбухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай ее! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Отлично. Теперь у меня связаны руки, и лук мой кто-то украл. Черт! Шею садили. Вижу, она там! Черт! А, так не от них. Бежать надо. Вижу! Черт! А что делать-то тут, а? Ладно. Эй, приведите только пленницу! Не звука. Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех!
там? Ищи ее! Да, вон еще! О, боже! Они боевые, ребят. Придется почти всех перебить. Плохо. Нам сейчас не хватает людей. Думаешь, прячешься, кукла? Эта девушка где-то неподалеку. Ищите. Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Что ж ты за падла-то такая, а? Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Ты тоже бойкая сучка. Ну, я же знаю, Эф, какого хрена? Выходи давай! Лучше не зли меня! Что за... Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка! Сука! Залава! Убью тебя! Убью! Давай! Что случилось? Эй, ты! Заходи давай! Ладно, на паузу поставлю. Так, ну вроде все. Подожди, я тебе голову пострелил. Молодец. Блин. О, боже. Да, вот. Друг мой нашелся. Делайте.
да. Очкает-то, а? Что такое? А, понятно. Куда вообще? Еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Черт, пушка! Нету.
здесь у нас? Бумажник, разрезанный телефон. Дрянь, как всегда. О, опять танкер? Нет, какой-то научный корабль. Легкая нажива. Скоро увидим. Команда уже тянет его к нам. О! Тревог, давайте сюда! Она в нас стреляет! О! Прячьтесь! Я буду стрелом! Ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Род, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Род. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Насколько я знаю, из предыдущих частей Лара Крофт также легко смогла убивать людей. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально.
Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Да, вот эти вот монологи в лагере, конечно, доставляют. Ладно, пора заканчивать.